домик тот, в котором мы жили. Да, друзья, вон домичек. Все здесь в таких классных домах новых. И тут баннера позитивненькие. Из рябины. Сердечко из рябины. Вот такие вот спальные райончики, красивые, простые. Но это не совсем спальный район. Ну такой, ну в сравнении с центром города, да, это все равно новостройки. Какие-то новомодные, наверное, я не знаю, странненькие немножко. Да, никто не видел такие, как они называются, светофоры. Вот такие плоские, плоский какой-то экран, а на нем светится. Вы прогуляетесь, там красиво. Беларусь все. Беларусь очень доброжелательная, красивая, вообще чистая такая страна. Мы вот сейчас едем дороги, вот даже посмотрите, не во всех нормальных городах такие дороги есть. Автобус полностью такой с билетики, вот как в Италии электронные пробиваешь. Ну и как раз про... Ну да, в Польше, в Италии, везде так. Ну проедемся, как раз мы хотели это самое посмотреть. Город просто прохладно, вчера было сегодня, очень. Сегодня немножко теплее. И мы как раз здесь поснимаем что-то, поездим, погуляем. И уже вечером домой. Да, и мы, наверное, надо снять это самое реакцию нашу с Анжеликой на концерт. Потому что это ваша юмористка вчера так наюморила там на концерте. Девочки, Аня Большакова, Наташечка. Это ваша подруга пошла в раш. Да. Все нормально. Я жива. По 50 дернули и начали. Килограмм. Добродушные люди просто в Беларуси, в Минске, на каждом шагу, где бы мы ни попадали, что бы мы ни спросили, все нам подскажут, улыбнутся, расскажут. Мы говорим, чтобы гордились, друзья, своей страной, этим красивым городом прекрасным. И... Все, у нас будет хорошо. Все, нас сейчас проведут, где нам прогуляться. Мы пойдем по центру, походим, у нас время еще есть, поснимаем и увидимся дальше. Пока-пока. Пока.